Короче говоря, у меня украли видео. Всем привет, меня зовут Мистер Кот, и сегодня ночью, а именно с 11 на 12 марта 2016 года, я решил полазить по своему YouTube-каналу. Начал я просмотры со своих видео, и что же оказывается, под одним видео, с которых я лично делал и выложил 11 месяцев назад, оказывается, я еще и его и кого-то украл. Давайте разберемся поподробнее. 11 месяцев назад я решил сделать классное видео для Лист ТВ о ихней рубрике «Вызов». Там были разные видеонарезки под классную музыку, но когда я зашел спустя 11 месяцев, мне написали, что я как бы это видео взял у одного человека с неизвестного мне канала. Давайте же посмотрим. Мое видео было выложено ровно 11 месяцев назад, а его видео было выложено 8 месяцев назад. YouTube, как вы не понимаете, это не я взял у него, а он взял у меня это видео. Тупо взял и скачал. Хорошо, я бы никаких бы претензий не кидал, но почему у меня 300 просмотров, а у него 1200, а? Да и еще ему Макс Брандт написал как бы спасибо за видео. Вообще идеально. Вообще-то, Максим, я тебе уже давно, наверное, тот же день, когда выложил это видео, я тебе кидал, но ты как бы не читал мои сообщения. По-моему, на мои сообщения ответил только Костя Павлов. Он, по-моему, просмотрел это видео и написал, что крутое видео, спасибо тебе большое. В общем, вы видите этот скрин на экране. Что же я еще хочу сказать? Ах да, я еще, мне же ответил сам YouTube. В общем, тот самый день я написал заяву о том, что мое видео как бы украли и так далее. Мне написали: «Привет, мистер Кот, спасибо за сообщение, обозначил свое видео лицензией Creative Commons, ссылки на источник SSBU, вы предоставили участникам сообщества YouTube низкосновное разрешение на использование своего видео. Хотя вы можете изменить лицензию на видео. Любые материалы, в которых были использованы ваши видео, когда лицензия SSBU была действительно, останутся на сайте. Поэтому мы не можем обработать ваш запрос на удаление этого видео». Вывод такой. YouTube, я руководитель этой видеоплатформы или вы? Я вам предоставил все материалы, скинул ссылку на оригинальный материал, все. Но вы не можете ничего сделать? Вы же YouTube, вы можете удалить это видео и все. Я имею в виду не мое, а этого человека, который меня украл. Нет, блин, вы не можете. Видите ли вы? Я не знаю, что делаете. Наверное, деньги считаете и все. Реально так несправедливо и все. Я считаю, что за это просто нужно заблокировать канал и все. Я больше ничего не вижу. Короче говоря, у меня украли видео. Всем спасибо за просмотр. С вами был Мистер Кот. До новых встреч. Пока.